Короче, я нашел у себя вот такое ведерко. Не знаю, зачем оно, но покрыл его белым баллончиком, чтобы ложилась краска. И тут я осознал. Да это вылитый Шрек, посмотрите на эти штуки по краям. Конечно, его я и решил на ней нарисовать. Делал я это акрилом, потому что он быстрее сохнет. Ну короче, у меня теперь есть Шрека ведро. Может, посажу туда что-нибудь, будет Шрека растение. Somebody won't tell me the world is gonna roll me.